Появился еще один аргумент в пользу создания в Украине отдельной вертикали антикоррупционных судов. И этот аргумент тоже иностранный. Посол США в Украине Мария Яванович в интервью журналу «Новое время» заявила о том, что это, здесь я процитирую, «ясная позиция. В Украине должен быть создан антикоррупционный суд. Точка». Заметьте, тональность американского дипломата безапелляционная. Впрочем, как и у многих других представителей западных стран, которые комментируют эту тему. А вот украинские политики далеко не так категоричны. Наиболее влиятельные из них не раз уже говорили, что отдельную новую судебную вертикаль в Украине создать невозможно. Мол, в действующих судах должны быть созданы специальные антикоррупционные подразделения.